некоторые вещи все приходится покупать. Вот попробовал купить такую абразивную щетку компании Сибирь. Сороковая. И еще какая-то у меня есть. 120-я. Это уже шлифовать. 40-я, это обдираем всякие неровности вот в швах. Там капельки какие-то, чтобы легче клеилась паутинка у нас на них, и никаких трещин не будет. В общем, вот так, для такой терки, терка у нас, будем считать, что бесплатная, нам ее товарищ принес вместе с остальными вещами. Вот. И вот чего с ней произошло буквально, ну вот, здесь только затерли швы, не так их много. В общем, качество, мне кажется, не самое лучшее. Попробуем в следующий раз купить какую-нибудь другую. Стоимость этой штуки за 5 штук, здесь в упаковке 5 штук, стоит она 147 и 146 рублей. Ну, привозят здесь этот магазин рядом, так что доставка не будет вообще ни во что.